Мороженое – пищевой продукт-десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе свои питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лед, получаемый простым замораживанием фруктово-ягодных соков и пюре, а также строганный лед. Традиционные виды мороженого приготавливаются на основе молочных смесей с определенными соотношениями молочных белка и жиров и слеж или на основе соков, фруктов и ягод. Они имеют сладкий вкус, обусловленный использованием сахара в качестве одного из основных вкусовых компонентов, консерванта и модификатора реологических свойств в смеси на всех стадиях технологического процесса производства мороженого. В качестве эмульгирующего компонента промышленно производимого мороженого используется агар-агар, желатин, крахмал. Существуют рецепты мороженого, использующие в качестве эмульгирующего компонента яичные белки. Мороженое реализуется как в розничной торговле, магазины, киоски, лавки, лотки, специальные фургоны, автоматы мороженого, так и на предприятиях общепита, рестораны, кафе, фастфуд, кафетерии. Существует производство мороженого как в домашних условиях, так и массовое промышленное, в том числе специализированными сетями, например, Baskin-Robbins.